8 июля, День семьи, любви и верности, стал днем рождения 5 семейных пар. В Доме культуры Черкесска молодоженов с созданием семейного союза поздравил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев и депутат Думы Черкесска Султан Узденов. Свидетелем регистрации брака стала и съемочная группа «Вестей». Танец приглашения в исполнении пары кавказского танца открыло торжественное мероприятие. Крепкая гармоничная семья – главная ценность и опора общества и для 5 пар будущих молодоженов. Первыми в зал торжеств пригласили золотую пару семьи Ермошиных. Они прожили в браке 50 лет, сохраняя любовь и гармонию в доме. От имени главы республики поздравил всех виновников торжества мэр Черкесска Алексей Баскаев. Он подчеркнул, что именно на благополучии семей держатся наши культурные ценности. Многонациональная Карачаево-Черкесия, ее столица Черкесск, всегда славились дружными и гармоничными семьями. Особая наша гордость – многодетные родители и семьи, которых щедро дарят тепло и приемным детям. Связь поколений, уважение к старшим, защита материнства и детства являются основой российского общества. Поэтому крайне важно хранить и приумножать наши культурные традиции, трепетно относиться к родному очагу. Во время торжественной регистрации молодожены получили памятные подарки и награды от мэра республиканской столицы. Семья Ермошиных поздравили новобрачных, сделали мудрое наставление. Также поздравил виновников торжества депутат городской думы Султан Узденов. Наши старшие члены обладают мудростью, передают нам свой опыт и помогают принимать нам важные решения в жизни. Связь поколения укрепляет семью и сохраняет культуру наследия. Я хочу пожелать вам мира, любви и взаимопонимания. С приветственным словом выступил и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесии Марат Абазалиев. Он поздравил молодоженов и вручил памятный подарок и поздравительный адрес от руководителя фонда Анны Цивилевой, участнику специальной военной операции Александру Лапунову и его избраннице Анастасии Куничак, которые в этот день также скрепили супружеский союз. Чтобы у вас все было хорошо. Самое главное в жизни, я небольшой специалист в семейных отношениях, но это терпение. Будьте терпеливы друг к другу, и все у вас будет хорошо. Это основа. Терпение – это основа, потому что вы абсолютно разные люди, из разных семей, из разных обществ. Вот. Если у вас будет терпение друг к другу, у вас все будет хорошо. Нам приятно, что наше бракосочетание совпало с этим прекрасным праздником. И хотелось бы поблагодарить всех за поздравления, отметили виновники торжества. Честно сказать, даже очень неожиданно. Спасибо большое за такой теплый прием, за такое отношение теплое, за такую встречу. Спасибо людям, которые приехали, отложили свои дела, поздравить нас. Спасибо нашему мэру города. Спасибо всем, кто пришел. Очень приятно, очень рады. Торжественное мероприятие завершилось выходом молодых людей к своим гостям. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия.